Всем привет! Сегодня мы будем слушать Сими совместно с Ода Лав, Мадагаскар, Люблю больших, Машап. Я вот помню, что такое Машап, это когда несколько песенок соединяется в одну, да? Ну, эксперименты всегда приветствуем, поэтому сегодня мы послушаем, конечно, это. Но перед тем, как будем слушать, напоминаю вам о том, что мы есть в Рутубе. И если вдруг что-то не выйдет на Ютубе, на Рутубе вы точно это найдете. Ну, почти что все. А также напоминаю о том, что у Максима есть канал, который он хочет, чтобы вы туда зашли, подписались и были его постоянными подписчиками. Для этого нужно его найти на Ютубе или на Дзене. По ссылке в описании можно найти. А еще я написала книгу, которую выложил на Литрес. Она сидит и ждет, когда вы по ссылке войдете, скачаете, почитаете и поможете мне ее распространить, друзья мои. Итак, люблю больших. Друзья мои, конечно, так было это своеобразно, вот это вот склейка, сколько их тут песенок? Раз, два, две? Ну, так получилась такая общая целая композиция, но, конечно, на куплетике вообще не поняла, что там, про что там. Про то, что кого любят, понятно. А вот припевчик понятен, а куплетик вообще чё там. Вот, ну, в принципе, мне когда-то, помнишь, чё там, как называлось, которого мы слушали в самом начале, тоже когда там лепил всякие выражения, всякую музыку. Как 55 на 55. Да. Тогда тебе тоже это напомнило? Да, мне что-то это напомнило, но 55 на 55 было тоже, мне даже, кажется, интересней. Ну, здесь тоже было своеобразненько, и, соответственно, песенка удалась. Ну, четверочку из пяти, так и быть, поставлю. Всем пока!